Беженцы на несколько часов парализовали работу порта во французском Кале. Группа из 200 человек взяла штурмом ограждение и ворвалась на территорию гавани, после чего попыталась взять на абордаж паром, который должен был отправиться в Британию. Осада продолжалась несколько часов, но внутрь судна беженцам попасть не удалось. Полиция задержала 35 человек. Как выяснилось, примерно треть из них – французы, участники движения за права мигрантов. Тем временем европейские страны ищут крайних в сложившемся кризисе. Так, Австрия предложила исключить из Шенгенского соглашения Грецию за плохую охрану границ. В Вене считают, что, имея большой флот, Афины могли бы лучше сдерживать поток людей, идущих из Турции. В Риме же недовольны как раз Анкарой. Италия заблокировала выделение 3 миллиардов евро, которые причитались ей из-за сдерживания выходцев с Ближнего Востока. Там уверены, что огромные деньги будут пущены на ветер и эффекта не принесут. Тем временем норвежские власти решили приостановить высылку беженцев, которые попали в страну транзитом через Россию. Осло решило договориться с Москвой о координации действий.